Аллилуйя, 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 аллилуйя. Скорее продолжается посочка времени. Ура, 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 скажите мне. Я все-таки за него сегодня украду. То, что надеюсь, вы поставили лайк. И только из этого я украду эти интересные вещички. У нас впереди целых 30 минут, что может для вас, то есть вас не радует. Я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением дракона. Давай, расскажи мне все подробности. Так я думаю, что ты мне пригодишься? О да, он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы... Фаренгард ковер? Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Какой-то шейдомец такой. О, ты не просто наемник, а еще и мыслитель. Может быть, ты даже ученый? Видишь ли, когда начали ходить истории о драконах, многие отмахивались от этих слухов и мифов, как от невероятного. Верный признак дурака – отметать как невозможное все, что не подтверждается его личным опытом. Но я начал собирать сведения о драконах, ища ответ на вопрос, куда они пропали много лет назад и откуда они взялись. Так, что к ней требуется? Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она скорее всего в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Если я скажу, что это не лучший вопрос, ты поймешь, что я имел в виду? Вряд ли. Так или иначе, пока в мои исследования никто не лезет, мне все равно, кто командует. А теперь прошу извинить. У меня дела, а твои вопросы меня ужасно утомляют. Удачного дня. Сейчас это самое важное. Делайте что хотите, но я хочу знать, как нам победить этого дракона или драконов. Как... Кстати, я еще больше узнал. То есть, Винхи, надо туда показывать. Нам даже не показывает, что надо найти я. Покажи, где это. Да, в принципе, недалеко. Пока не поздно. Конечно, я рвал. Спасибо вам за то, что нашли мне помощника. Я уверен, он проявит себя наилучшим образом. Добейся успеха, и тебя ждет награда. Вайтран будет перед тобой в долгу. Нифига, если бы ты делал это так. Говорят, на пять один напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. Надеюсь на вас, ребят. С разбойниками я еще могу справиться. Теперь он и драконы объявились. Как по мне, так мир сошел с ума. Я согласен с вами. Нечего бездельничать. Я пытаюсь найти выход с этого тупого города.
что я говорю? Закрыть мне рот, потому что... Почему он тут план классный? Тут есть где-нибудь... Подождите. Стоп, мне кое-что интересно. Карта... Не знаю, как это называть, блин. Как же? Ты воинов. С академией магии. Ой, как тебе? В академии воинов хочу я поступить. Ты нету такого, не? Жаль. Сколько что купила в академии? Точно? Подожди, хочу посмотреть. Точно или нет? Что тут вообще академия? Мага. Не знаю, кого нет вообще. Из академии тут, конечно, нужно. Так, честно, такое было. Похоже, вот эти этого. Ну, убави. Как же? А ничего не поделаешь, мой дорогой туз. Нам... Но мы не отчаиваемся, мы продолжаем свои похождения по этому миру, и я это место не помню. Может, все-таки тут будет? Не... Не... Иногда я скучаю по солдатской жизни. Сапфир не нравится, что я слишком много времени трачу на поиски отцовского меча. Он кормил всю семью на золото, которое зарабатывал этим клинком. Я не позволю такой реликвии пылиться среди трофеев какого-то вора. Я знаю, что он у шайки бандитов, что орудуют поблизости. Но я не опрометчив. Нужно обращаться к страже Вайтрап. Не знаю, зачем я это говорю, но если ты найдешь его, я буду тебе благодарен. Что нет, то нет. Нет, я рыгар, а моя семья вообще не сиродила. Короче, узнал, раз надо потом. Но я из дома ушел совсем молодым. Вот с тех пор страшно. Когда человек подходит с оружием на готове, и не дано замерзнуть. Ты был одних. Наконец-то. Да сколько можно? Это ужасно огромный город. Вот. То в городе у меня мурашки. Это вообще громадно. Что? Товары. Это что? Котелок. Окей, а это что? Ладно, мы будем дальше. Будем лицензии на минуту. Не будем. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз по тебе. Иногда я скучаю по солдатской жизни, но когда беру на руки дождь, то понимаю, что сделал правильно. Барус! Ладно, пойдем, Скайрим. Thank you.
неискоримо таят множество опасностей. Мир тебе, Радар. Да благословят тебя луны, странник. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Чем могу помочь? Надеюсь, ни один не встретится на нашем пути. Да. Но если все же случится, надеюсь, мы еще поможем. Проверим, как быстро мы сможем бежать. Мудрость народа гласит. Скучно. Что за возьми карта? Да блин. Да и кожным надо, ну лучше поделать. И другому прыгну. Сейчас убежу. Улавись, ребят. Короче, ребят, все, мы остаемся без нашего любимого, так говорить. Привет тебе, путник! Странствующий министрель, и я хочу узреть и запечатлеть эпическую битву за Скайри. Эпическую! Сам ты эпический. Короче, мы остались без времени, так что нужно будет думать. По время. Без секунд, Америка, сожги меня. Что если будем с ним сразиться? Я Скайрим, я убью тебя. Просто простокваша. Мне одним ударом завалит. Нет! Вот! Перебаром! Хочу еще раз так задеть. Ты так можешь меня подымить? Давай! Это было прикольно. Ну как я вижу, все-таки не стоит с ним связываться. Все, пойдем просто мимо. Надеюсь, он меня не заметит. Тихо. Секундочки. Так, карта. Там, в принципе, он уже типа отнесся сюда. Было с самого начала это делать.
Ревернуть надо, после этого, чтобы быстрее добраться до того места, которое нам надо, и уже начинает темнеть, как я вижу. Вот сразу уже гора. Как на нее забраться? Сейчас спокойно. Потому что могу на нее забраться не очень-то и спокойно. Все, мы с Хита с 4. Сейчас следом не будет врагов. Теперь берем сейчас туда. Все. Тетерство совершено. Мы идем дальше. Вот такой совершил баг. Игру на делку. Извиняйте, ребят. То что-то странное. Тихо, надо сохраниться скорее. Если хочу жить. Мне после нас это все может кончиться. Он даже кучерил на меня. Хватай, хватай, предметы. Хватай оружие. О, можно да. Ну что, теперь буду супер Рэмбо. Красноречие. Думай. Красноречие. Все, мы уже не можем, мы можем. Не, уже все.
есть булавая меч. Ну что, класс? Да? У меня есть булавая меч, а у тебя ничего нету. А у тебя ничего нету. А у меня целый меч. Ну что, кто на меня? За Скайрим, Рим. Дуэнты. Дуэль. Я хочу сказать, делайте ставки, но ставки уже прошли, поскольку я не иду. Подождите. Не, она поменять много местами. И что будет? Давай, нажимайте, открывай на дверь. Открывай на дверь. Чё? Вот. Какая? Так, да. Из меня я кука. Тихо. Пронись. И ничего, все окей. Читать на паузе. Он так даю время, чтобы успели нажать на кнопку. Какая думка. Давай. Так.
Мы, кажется, взяли, верно? А, мы ее взяли, да? А, что тут такой книжки? Такое чувство... Атаксия? Это что такое? Я умру из-за этого? Стану вампиром? Что ты надела, тупая, блин, мышка, а ну тебя? Узри меня, мою силу. Ты понимаешь, что я чем-то заразился? А, надеюсь, она будет нормально. Надеюсь, я не стану каким-нибудь добрым, если такое. Так, ну. Господи, почему-то мне почему-то пройдет раньше. Ватта! Чем я травлю? Да, ну так я знала. Это... Чё? Меня, наверное, яд убил. Получи. Ты сейчас голыми руками. Блин, слышишь? Сейчас голыми руками. Голыми. Ах, чёрт, у меня нет сил. Во, тебе пойдет жара. Давай. Убери от меня это чудище. Мне тоже на нервы действует. Ты помог тебе, ну как? Бля, нет. Предметы. Оружие, ты не лук. Ой-е. Все, что мне дал, да? Где золотой коготь? Я знаю, как он действует. Коготь отмеченный в дверь в зале легенд. Я знаю, как это все связано друг с другом. Помоги мне, я все расскажу. Ты не представляешь, какую силу укрыли здесь норки. Начало коготь. Не могу двигаться. Сперва освободи меня. Так и попробуй. Испепил.
Так, ну все-таки предметы. Понял, как тебе? И? А? Так, давай сохранимся. Ну, Миша бежит. Юный друг. А нет! Он оказался сильнее. Не оказалось с магией. И с Magic. Magic. Отстаньте отсюда. Ты долго не хватало. Что-то уже интересное. Отстаньте. Не хочу умирать. Вот! Хватайте. Финишим. Хватайте. А это сейчас выглядело классно. Ты видишь, больше просто эпический финиш. Хем. Ладно. Ну. Мы продолжаем идти. Что-то мне здесь по этому ходу идти не очень охота. Да. Труп. Что-то слишком тяжелый. Ну, давай. 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 Давай, ладно. Вау. Это было слишком. А ну просыпайся. Такой, не зря я его разбудил. Да, у него чистая магия. У меня есть огонь, у него, да? Мне кажется, он сейчас победит. Так, что поделаешь, пусть будет так. Разимся с ними тогда уж. Другого угра, вон случая нету. Бывает, ты для меня такой. Бац! Арг. Арг. Ах, no! No! Раз не было хватать, но то было просто прекрасно. Как же здесь пройти так? Там пройти?
Вот о чем ты мне. Можно сказать, смешно, да? Так я не могу идти, все. Как же надоедает. Yes! Oh yeah! No! Ладно. Еще это простенько будет просто. Я не знаю, что только сейчас жизнь, короче. Ну ладно, все, выбора другого нет. Не умрет. Катайте. Этот меч не поставил у него проблем. Что значит, я никогда не забуду. Твой боевой мод. Да у меня... Да у меня, в принципе, все силы тратится. Я такие, а вот такую, такие игры я не люблю. Вот. Давай мы сразу это. И сразу же финиш хим. Что, может, не ра? Всех убью! Всех! Я сумасшедший! Из дома сумасшедших! И не хочу умирать! Ах! Ладно. Тут, кажется, мне уже не жить никак. Да-да-да-да-да-да-да! Короче. Ладно, давай перезагрузимся, что поделаешь. А чтобы дать, таки нужна сила. Да, давайте подрядимся, постоим.
Да, подготовились к следующему бою. Давай, 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 давай. Все. Идем. Хватайте. Я не хватайте, он уже научился делать. Да что, когда он такой подходит, подойти к нему и нажать эту кнопку. Ну то есть кнопку вы сразу же ударите. Получится финиш. И ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Финиш. Всем пока. Не, честно, пока. Че, нет, вы не хотите прощаться? Почему вам так нравится? Мне кажется, уже много времени прошло, мои дорогие друзья. Как вы думаете? А сейчас я начну говорить, что я не хочу прощаться. На самом деле я не хочу прощаться с вами, ребят. Я хочу, чтобы все было бесконечно. Но нет, мне надо спать. Да. Так что, ребята, прошу прощения. Наверное, ставьте лайки, пожалуйста. Том Блик забрался. Минус читер. Хватайте. Кто минус читер? Минус читер. I'm admin. Ауч. Ладно, подобрал. Они все-таки прикольные, да? Ну, ребята. Ладно, все-таки спущусь ради вас. Все-таки уже хочу заканчивать. Слишком много тебя. Я набью ее 40 минут, потому что поделаешь, придется подождать, пока она выйдет на свет. Мне просто самому интересно, что будет дальше. Поэтому я не заканчиваю серию. Ладно, давай сразимся. Так, эпик батл, и это конец. И конец. Мимо, я кажется проигрываю, но я беру свою маленькую частичку души в сохранение. Но я все-таки сделал, хватайте. Поэтому ставьте лайки, и узнаем, что мы откроем дверь и закончим серию. До скорой встречи. К этому самая начальная загадка. И всем. Все-таки не хочу так выходить просто. Думаю, вы меня понимаете. Мне просто нравится с вами, но это перебор. Во, красный колоушки я бы закончил. Всем удачи!